еще открываться и открываться. Так немножко лес подчистили. Здесь газоны нужны, Дмитрий Николаевич. Рулонные. Бутылка какого года, интересно. Портвейн еще, советском. Здесь нужны газоны, Дмитрий Николаевич. Срочно, рулонные. Так что там турники и спортивные объекты здесь уже установлены. Здесь можно проводить тренировки для молодежи. Всякие игры. Он достаточно большой, здесь несколько гектаров под это дело выделено. Велосипедные дорожки для роликов, дорожки. И вот внутри там куча беседок будет интересненько. А кто это? На чьи деньги этот парк строит? Это на деньги на муниципалитета нашего. Почему уже тепло и ничего не готово, вот это возмутительно. Они давно его делают. Почему люди не работают? Так, ну, лучше доедем.